Лапу. 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 Нет. Лапу. Во. Во. Лапу. Держи. Лапу. 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 Поставь. Лапу. Вот так. Понял? Держи. Раньше мы жили без тревог, сейчас все наоборот. То, что я зарабатываю, не удовлетворяет наших потребностей. Либо еда, либо долги. Если я раздам долги, девочки останутся голодными. Если я их покормлю, то не заплачу долги. Я предпочитаю их не платить. Так что сумма постоянно растет. Но ничего другого я не могу сделать. Такая же история на фабриках по всему миру. Но Фредди и его товарищи намерены изменить это навсегда. Они создали кооператив и получили разрешение от суда под руководством осмотреть фабрику. Они ищут свидетельство того, что бывшие владельцы...